Ну а мы едем дальше. Лала Крамаренко выступает. Так. Дамы и господа, Лала Крамаренко Лала еще раз вчера за ленту получила 26,2 балла. Если Лала Крамаренко сейчас выступит так же, то это будет явный претендент на первое место. Давайте смотреть. Вот эта вот борьба. Лала Крамаренко невероятная. Конечно, ее выступление с ленты, вообще ее прогресс в этом сезоне, словами его не описать. Нужно смотреть, нужно наслаждаться. И, конечно, нужно за Лалу сейчас поболеть. Итак, Лала Крамаренко, ваше внимание на площадку. Браво! Браво, Лала Крамаренко! Немножко в конце запуталась лента, но посмотрим. Посмотрим, на самом деле, как это повлияет на оценку. Это программа, это ПДД из балета «Дон Кихот» в исполнении симфонического оркестра Большого театра. И, ну, сама здесь Лала Крамаренко как будто балерина из Большого театра. Я, на самом деле, никакую другую аналогию даже подбирать и не хочется. Вчера я шутил на эту тему, на тему того, что вообще хочется всем зрителям этой трансляции в этом 21-м году пожелать, что если вдруг у вас будет корона, чтобы эта корона была только исключительно на голове, такая же, как и у Лалы Крамаренко в буквальном смысле. Потому что, опять же, корону Лала и может себе повесить. Еще раз Ирина Александровна Винрусманова говорила, что непростой характер, и сейчас над этим идет работа. Но вот именно в буквальном смысле пусть у вас всегда будет такая же красивая корона, как и в этом костюме у Лалы.